возвращается к нам, просто триумфально возвращается, Оль, я хочу сказать, простыня «Идиллия». Это абсолютный хит телеканала «Шоп-н-шоу» в течение всего года. И сегодня в 5 цветах представлена «Идиллия» и 3 размера на выбор. 3 размера? Итак, внимание, 790 рублей стоит простыня 90 на 200, 890 рублей стоит простыня 140 на 200 и 990 рублей стоит простыня 200 на 200. Самая большая. Вы только подумайте, насколько это выигрышное предложение. Простыня «Идиллия». Вы сегодня имеете скидку в 160 рублей. На вашу бонусную карту падают 119 рублей. Вы их потратите на свою следующую покупку. А теперь давайте разбираться. У меня сразу возникает вопрос. Почему простыня на резинке? Простыня не просто на резинке, а на резинке по всему периметру. И это удобно. Олечка, помогай. Да? Мы сейчас покажем что нашим телезрителям, что действительно, как часто вы сталкивались с такого товара на рынке много. Но качественный ли? Давайте с вами разберемся, с чем сталкивались вы и что мы вам предлагаем. Как часто вы нарывались на то, что резинка только по краю и неудобно сползает простыня. Наша «Идиллия» полностью по всему периметру на резинке, причем обратите внимание, резиночка вшита и обработана оверлоком, что я тоже ценю. Это все-таки качество, да, это гарантия качества, что резиночка никуда не убежит, она не гуляет. И ваша кровать всегда безупречно заправлена с простыней. Слушай, я, знаешь, Юль, вспомнила историю. Мы ездили в гости к друзьям на дачу с ночевкой, выходные, так. И у них остались, ну, ночевать, естественно. У-у-у. И ты знаешь, нам постелила Лена простыню вот именно с резинкой. Но она вот, как ты сказала, по уголочкам. По краешкам, по да, уголкам. По уголкам вшита резинка. Ну, что ты думаешь? Мы потом среди ночи встали и стелили ее обратно, потому что она слезала, она не держалась на месте. Слушай, я закажу пару-тройку комплектов этих прекрасных простыней, чтобы подарить своей подружке Елене. Это идеальная возможность застелить и не вспоминать. Резинка полностью пришита по всему периметру. Очень удобно. И не собирается простыня. Кровать безупречно заправлена. Простыню не нужно гладить, потому что она сама себя растет. Не нужно гладить. У нас сегодня, да, эфир экономии ваших сил, я бы его назвала. Действительно, ее нельзя, не нужно гладить, потому что она не мнется, ни заломов не дает. Аккуратно располагается на кровати. Вы сами это видите. Поверхность ровная. Удобно, ничего не сбивается во время сна. А самое-то главное, вы могли себе представить, что вы своему постельному белью, которое есть у вас дома, можете дать вторую жизнь. Что и стирается прежде всего? Что выходит из строя? Конечно, простыня. А комплекты постельные любимые менять как не хочется, выбрасывать не хочется. Выбрасывайте из них старую простыню. А верх используйте. А «Идиллия» подойдет под любое ваше белье, потому что у нас 5 цветов на выбор. Итак, посмотрите, какие есть цвета. Персик. Вот он сейчас на ваших экранах, очень нежный. Далее идет розовый цвет, цвет свежести. Еще у нас есть ярко-зеленый цвет. Посмотрите, вот он сейчас на ваших глазах. Следующий появляется ментол. Вот он какой у нас эффектный. И бирюза. Выбирайте тот цвет, который нравится вам больше всего. Который вам подойдет. 790 рублей стоит самая малая простыня. А большая размером 200 на 200 стоит 990 рублей. И, конечно, это идеальная возможность заправить один раз простыню. 5 цветов на выбор подойдет под любое ваше постельное белье. Простыню можно использовать и как на матрасник. Причем на матрас абсолютно любой высоты. Чем и хороша «Идиллия», за что я ее ценю. Смотрите, бортик 20 сантиметров. Вы можете использовать не только в спальне на любой матрас, а можете использовать еще и на диване. Ну, это я для тех, на у кого диване, нет спальни. Так, это тоже очень поподробнее. Удобно. Вот на у меня диван, нет софа, простыни. Я так делаю. У меня нет, кстати, ну, спальни нет, к сожалению, квартира маленькая, и у нас нет возможности позволить себе двуспальную там или хотя бы полуторную кровать, и поэтому спим на диване. То есть вот так вот я могу натянуть простыню и на софу, на диван, и заправить, да, и убрать подушки съезжать. И надеть. Это быстро справится даже ребенок. Простыня надевается легко и подходит на матрас любой высоты. Если матрас у вас невысокий, как у нас, а всего по 10 сантиметров бывают матрасы, то подворачиваете резиночку,
ручки. Резиночку вот так хорошо, он облегает ровно. Кровать безупречно заправленная, с простыней. Идиллия. И вы дали своим любимым комплектом вторую жизнь. Не выбрасывайте свое любимое белье. Просто докупите к нему идиллию. И оно заиграет новыми красками. А у вас на душе будет спокойно, что не выбросили свое любимое белье. Итак, дорогие друзья, простыня идиллия. 990 рублей стоит большая. 200 на 200 размер есть еще. 140 на 200, 890 рублей она стоит. Итак, это отличный вариант для первой покупки на Shop & Show. Сделайте свой заказ, получите экономию в 160 рублей и 119 золотых бонусов.